Всем привет! Сегодня обзор нового ЖК на Амундсена, которая называется А57 от Sinar Group. Ребята, сегодня в гостях Паша Репин, ну куда же я без него? Паша будет рассказывать, привет! Ну что, погнали? Готов рассказать всю правду? Погнали! Итак, ребята, поехали. На Амундсена встретишь немного новых домов. И здесь вот, нате вам, пожалуйста, Sinar Group решила воткнуть свечечку, да? Я же правильно понимаю, это точечная застройка? Да, точечная застройка. То, что я специально в Инстаграме проводил опрос, как люди относятся к точечной застройке. Все ее вроде как не любят, но дом достаточно хорошо раскуплен. То есть есть любители локации, которые готовы смириться с недостатками точечной застройки за счет хорошей инфраструктуры вокруг, которая уже сформирована и на которую ты садишься на готовенькое. Короче, ребята, это точечная застройка. А сейчас пока про место расположения. Рассказывай, где находится, что есть рядом, ну, садики, школы, детские сады, транспорт. Как раз садиков, школ там предостаточно, это плюсы точечной застройки. Вот. Школы, по-моему, три тоже, я смотрел по прописке, три, одна из них там в топ-100, по-моему, по Екатеринбургу когда-то в каком-то из годов входила, я не знаток той инфраструктуры, но школ очень много в пешей доступности, что называется, без перехода больших транспортных магистралей. Вот. Садиками там облеплено, мне кажется, проще карту показать. Вот, инфраструктура, но ориентир — торговый центр КИТ, вот этот гастромол, или как он там называется? Гранат там? Да, гранат, вот вся вот эта вот история, жители Юго-Запада, я думаю, знают. Вообще... Это пересечение Бардина, да, и Амундсена. Да, все верно. Вот. Ну и там во дворах припрятано, то есть есть адрес Амундсен 57, я как раз там с клиентом покупал квартиру. На тот момент Sinar только начинала строиться, и вместо однушки, по которой можно было взять тогда в Sinar, мы взяли трешку в доме, которому они перегородили окна. Дом, что называется, действительно воткнули. Там очень наглядно, если мы сейчас под съемом будем делать, видно, что жители после того, как им воткнули этот дом, огородили свои дворы шлагбаумами, то есть да. С парковками там, я думаю, будут вопросы. Так там уже вопросы. Да, будет их все больше с вводом дома, причем надо понимать, что я вчера звонил в отдел продаж, и парковочные места они уже продают только тем, кто покупает у них трехкомнатную квартиру. Вот здесь сейчас даже не двушку, вот трешки они заинтересованы продать. И как бы в открытой продаже на сайте вы их не найдете. А ценник мне назвали очень нескромный, со всеми скидками, это от 1 000 000 рублей. Никита, вопрос к тебе. Знаком ли ты с застройщиком Sinar Group? Да, конечно. В Екатеринбурге мы много объектов здесь приняли от этого застройщика. А сколько домов в целом, там квартир, может быть, какой объем? Мне кажется, везде были, вот что они строят. В Солнечном, где Sinar еще строят. Честно говоря, так сходу не скажу, но много объектов приняли. Что ждать от того, что они построят в этот раз? Да-да-да, всех интересует, что ждать, что получится на объекте А57, это точечная застройка от Sinar, это такой их дом. Mm-hmm. Ну вот, то есть твой опыт богат, соответственно, можно им воспользоваться, чтобы... Слушай, узнать... Ваня, смотри, какая ситуация. Мы обычно даем информацию, когда уже были на объекте. То есть так как этот объект еще не передавался, честно говоря, загадывать сложно, что там будет. Я даже не знаю, будет ли там чистовая отделка или нет. Но по предыдущей практике, по чистовой отделке у Sinar дефекты есть. Также есть проблемы со стороны отношения персонала самого к дольщикам. То есть, возможно, придется повоевать немножко, но надеюсь, что качество будет хорошее. Но обычно они идут на то, чтобы исправлять свои какие-то косяки, или как-то в позу встают? Вообще ребята устраняют. То есть счастье ждать стоит. Да, да, это будет продуктивно, скажем так, если, ну, там, например, мы будем, да, как специалисты, принимать участие в приемках, это будет продуктивно. Спасибо. Ну, короче говоря, давай так, локация хорошая. Локация развита, да, то есть там буквально в 20 метрах автобусная маршруточная станция, там 12 по маршруту. То есть с транспортом проблем никаких нету. Да, единственное, нет метро.
Ну, 25 минут до метро. 25 минут пешком? Да, пешочком 20. Вообще, кстати говоря, нормальная локация. Я тут недалеко живу, так что там все нормально. Есть рядом скверы. Да, в трех парках, как они себя позиционируют. То есть там ботанический сад, вот эта ботаника. Хотя там до входа в ботанический сад надо еще изрядно обойтись. Парк Чкалова. В общем, там хорошая зона. Не так близко, как конкурирующий проект от Тена к парку, но в шаговой доступности, по сути. А, значит, если мы транспорт рассматриваем личный автомобиль, то у вас будут проблемы с парковкой. Однозначно будут, потому что там уже все заставлено. А, плюс вот эта свечка, 25 этажей по 6 квартир. Квартиры на этаже? Ну, 6-7 даже. То есть там какое количество? 152, по-моему. Ну, такой порядок цифр и 65 парковочных мест. 152 квартиры, 155, и всего лишь 65 парковочных мест в паркинге. Поэтому, если вы надумали покупать там квартиру, сразу хватайте паркинг, иначе вам потом... Если вам его отдадут. Если отдадут, потому что машину приткнуть будет негде. Но это общая проблема любых. Ну, в точной застройке она очень сильно усугубляется, но, да, безусловно, даже комплексные районы страдают этим. А, окей, значит... Портрет потребителя, то есть это семейные, скорее всего, пары с детьми, да? Ну да, там были однушки, там есть, что я, в принципе, недавно анализируя планировку Синары трехкомнатной, не простил застройщику, это соседство трехкомнатной со студией. Я считаю, что, несмотря на то, что они разгорожены по плану на два крыла, но стенка-то у тебя соседствует со студией. Но в целом, в основном позиционирование, да, большие трехкомнатные квартиры, то есть там... 108 квадратов и так далее. Вот как раз они у них сейчас продаются с дисконтом, им нужно их, что называется. Я к чему спросил-то? Ну, например, если я решил там покупать квартиру, вот у меня семья, дети, то есть мне чего ожидать, каких соседей? Вот почему я спрашиваю. Ну, я думаю, что это большей частью семейные люди, любители самого района. Однушки там ушли, мне кажется, отчасти инвестиционные, ну, там, со спекулятивной историей. Вот. Но большая часть – это как раз большие квартиры, двухкомнатные, трехкомнатные. Давай тогда поговорим про конкуренцию, да? То есть мы же хотели снимать эти ролики в формате сравнения там двух ЖК. Да. Вот. Смотрите, значит, рядом строится еще один дом, очень похожий на этот. Строит его ТЭН, небезызвестный. Но почему мы его взяли? Потому что очень похожий дом, точечная застройка. Они даже внешне где-то немного похожи. Перекликаются, да. Очень, очень перекликаются. И локация... Может быть, жители Юго-Запада нас поправят, но вот эти вот разграничения, левая сторона Амундсена, правая сторона Амундсена, там все зависит от привязки к школам конкретным этим. То есть жители Юго-Запада знают, где они там хотят конкретно жить. Ну, короче, вот Бардина, вот тут один жилой комплекс, и вот тут другой. И в этом плане их можно сравнить. И то, и другой новостройка. Безусловно, я думаю, люди и сравнивают, хотя, то есть сейчас, благодаря тому, что Синара заявила, что сдает дом не в четвертом квартале этого года, а вот в июле, она как бы сильно по срокам опередила развитие конкурента, и я думаю, что уже в меньшей степени их сравнивают. Сейчас же готовые дома в почете. Ну, давай тогда поговорим про конкуренцию вот эту вот, потому что вторичку, ну, сравнивать не очень корректно. Это вторичка, это другие дома, то есть, а мы вот новострой, да, вот, ну, да, и да. Схожие. Ну, давай сравним, то есть, там, плюсы-минусы, то есть, ну, даже не плюсы-минусы, а чем отличаются? Ну, у Тена, о плюсах Тена, мы редко с собой говорим о плюсах Тена, да. Это газовая котельная, независимость от опрессовок, экономия на коммуналке и вот... Ну, кстати, это очень хорошо, да. Близость к парку, прям максимальная близость к парку, но при этом как бы, виды на парк они продают за очень конский ценник. Двушечка, которую я вчера увидел, максимальный ценник со всеми скидками, я увидел 172 тысячи за метр квадратный. Это для меня уже... Ну нахер. 170 тысяч за метр. Это для меня где-то там Нагорный или не на 8 в свое Бардина. Время. Вот. Подожди, а у Синары? У Синары трешки там можно и за 99 найти большие двушки. Ну, там в 130, это, мне кажется, самый предел. Причем у Синары, насколько я понимаю, верхние этажи с трехметровыми потолками. И там вот, ну, самая высокая планка – это как раз трехметровые потолки. Там немножко отличается история. Вот. Поэтому Тен, несмотря на то, что сдается позже, в ценах опережает в среднем, я думаю, однушки, там, двушки, трешки, 10% это минимум. А сдается, ну, вот, на год даже больше позже. Двор примерно одинаков по рендерам, я посмотрел. Ну, да, но мне кажется, что у Тена в этом плане, что любят люди, да, то есть у Синары ты выходишь и в окружении панелек. То есть у тебя простора для глаза нет, ты из окон прям на эти панельки смотришь, они прям перед окнами тебя. Вот. А у Тена это все-таки там парк какой-нибудь, ну там дома уже чуть подальше, которые через Бардина. Вот. И, ну, мне кажется, что это отлично. Но зато у Тена там на задворках где-то частный сектор, который хрен знает когда, хрен знает кто, будет как-то застраивать. И вот вся вот эта вот история, она
Ну и не 25 минут до метро при желании даже не дойдешь. Немножко сравнительного анализа мы для вас предоставили. У нас будет второй ролик, который мы будем записывать непосредственно про ТЭН, про дом на Бардина. Это будет просто отдельно, поэтому ждите следующего выпуска, он обязательно появится, и вы посмотрите и сможете уже посмотреть и один, и второй, и сделать какие-то выводы. Давай продолжим про А57. Его строят Синара. А кто такие, в чем замечены, надежность, ненадежность? Пусть застройщик, который себя позиционирует, что мы достраиваем либо вовремя, либо досрочно, это действительно так, я тут недавно... Но это же положительно. ...пожаловался после того, как отменили универсиаду, что будет с Кольцова, и мне напрямую генеральный директор в Фейсбуке ответил, что не парься, и это мы достроим, и как бы никто ничего бросать не будет. То есть в этом плане это их УТП, что называется. К универсиаде, которая то ли переносится, то ли не состоится, тоже они ряд проектов спортивных строили. Вот. Моща, ну и мы с тобой понимаем, что это все-таки предприятие с промышленной мощностью, которое как бы там сейчас внутри страны с импортозамещением, мне кажется, будет качать и качать на внутренний рынок, поэтому в плане каких-то проблем с застройщиком никто здесь ничего такого не ждет. Что хорошо в нынешних реалиях спецоперации, что Амундсен достроили, и, видимо, там уже те лифты, которые планировали, видимо, там уже те окна, которые планировали. Ну, то есть вопросов с поставок, в отличие от конкурента, про которого мы с тобой обсуждали, не знаю, может быть, они тоже не возникнут, но здесь уже железно это закупка. Ну, просто это... они уже стоят. Да. То есть по готовности окна уже стоят. Ну да, то есть как бы и это те окна, которые, я думаю, закладывались в проект без отступления, без импортозамещения. Вот, что дальше будет, бог его знает, мы посмотрим. Дай бог, у всех получится логистические цепочки настроить и выполнить свои обещания и по другим домам строящимся. Вот, что касается застройщика, ну вот, по качеству строительства он усредненный такой, ничем там хорошим, плохим, на мой взгляд, не выделяется. По проработке МОПов, если вспоминать другие проекты точной застройки, меня приятно удивило. Это вот Ленина 90, по-моему, да, который там, около бизнес-класса, рядом с УРФУ. Там неплохо они поработали с местами общего пользования. Надеюсь, что вам у цены будет что-то такое. Здесь основная концепция – это эко-стиль. Во дворе эко-стиль, в этих самых в местах общего пользования. Эко-стиль, там деревянные всякие малые архитектурные формы. Что касается семейности дома, и это тоже, наверное, отличает от конкурентов, это позиционирование, что на первом этаже детский клуб, в котором прям детская игровая зона и так далее, прям отдельное место выделили. Вот. Но при этом еще и соседствующий с коворкингом. Ну а что, ребенка сдал и тут же пошел поработал, мне кажется, удобно. Это просто комната, куда запульнул ребенка, он сам там по себе или там какая-то няня? Хороший вопрос. Я думаю, что это все ляжет на плечи управляющей компании. То есть, если жители захотят себе организовать вот какого-то такого там воспитателя, который тусит, присматривает за этим клубом. Да. Но опять же, мы же будем понимать, что вот есть все-таки студии, есть все-таки однушки, есть те, кто не семейный. Как это вот оплачивается, да, там типа вот есть этот... Противоречия начнутся. Да, да, и я вообще-то не рожал, и я child-free вообще-то, что я за ваших детей там воспитателя оплачиваю. Я думаю, что это вот многое зависит от управляющей компании, но в том числе и от жителей, от их какой-то там гражданской сознательности и потребности. Двор, да, маленький, безусловно, он маленький. Там много чего обещается, амфитеатр, какие-то там качели, карусели, но людям, которые вот хотят понять, что такое... Точная застройка Синара Девелопмент, в принципе, есть что посмотреть. Они могут сходить на Ленина 99 или 90, уж сейчас не помню. Они могут свой круг посмотреть на Буторина. Я, кстати, недавно тоже заезжал. То есть, в принципе, понять, что такое точная застройка от Синара. Синара не первый точный проект смотрит. Это вот, пожалуйста, выбирайте проекты, там, не знаю, записывайте на просмотр какую-нибудь вторичку, там, смотрите и понимаете, как это организовано. Слушай, но вот у них интересный подход именно организации первого этажа. То есть вот я не часто встречаю такие истории, когда там есть, например, детская комната, ну вот куда ребенка можно сдать, коворкинг-центр. Это вот в свое время небезызвестная компания обещала сделать, но так до сих пор и не сделала. А вот интересно, Синара вот доделает или нет. Но тем не менее, вот, например, это же актуально в нынешних условиях. Ты сидишь дома, значит, и работаешь из дома. Да, и тебе, наверное, удобно спуститься вниз и в каком-то коворкинге поработать. Есть в городе прецеденты, когда крупные застройщики, типа Атомсуркомплекс, например, да, организуют условную детскую комнату там с дощечкой. Я рассказывал, по-моему, в одном из сюжетов, там ЖК «Апельсин», там новая очередь, новые форматы, надо детскую комнату. Но она на ключ закрыта, потому что управляйка старая. Я у жителей спрашиваю, когда-то открывали, говорят, был что-то среди жителей какой-то человек, который инициировал какие-то курсы по английскому языку, что-то там попытался, но нету управляющей, которая современная и не понимает, как им пользоваться. И это просто, блин, на ключ.
И что? Ну хорошо тебе через стекло смотреть, как в музее. Я к тому, что изначально такая идея появилась, ведь у нас в городе немного таких концепций, правильно, среди ЖК, а здесь она есть. Да, да. И если она реализуется до конца, то будет прикольно, наверное. Я думаю, что она реализуется в каком-то виде, но дальше все будет зависеть от жителей. Это все равно так или иначе, вот мы с тобой в сюжете про Сохо обсуждали, что это так или иначе ложится в обслуживание квадратного метра. Ну да. Все убирать, мыть и так далее. Вот кто-то там начнет возмущаться и там, не знаю, закроет эту детскую комнату, начнут ограниченные режимы использования под какие-то только детские праздники. Фиг его знает, как будет. Идея классная. Идея относительно, опять же, конкурентов, про которые мы с тобой говорили, который там на первом этаже две двухкомнатные квартиры забабахал и три офисных помещения. Здесь только одно офисное, я предполагаю, что да, может какой-нибудь магазин, хотя магазинов там достаточно. Вот. И достаточно просторные вестибюли, колясочная. Посмотрим, как это будет. Мы с тобой знаем, как места общего пользования умеют делать. Да. Ну да, да. И не делать. Так что... Слушай, а если сравнивать по такому параметру, ну, допустим, я дальше продолжаю сравнивать эти дома, да, то есть по ценнику понятно, то есть дом на Бардина дороже получается, да. Позже сдается, цена дороже, потолки, высота. Да, 2,7, по-моему, у Тена нижние этажи чуть больше, у Синара, как я сказал, верхние этажи в А57, это 3 метра потолки и сразу плюс полмиллиона к ценнику на такую ниже? Квартиру. 2,7, усредненно типовой этаж 2,7, то же самое. То есть одинаково. Да, я бы обратил внимание, здесь другой вопрос. У Синары отделка под чистовую позиционируется. У Тена сейчас акция вышла, что типа мы там 8% вам еще скидываю, но на сайте прям в деталях написано, что электроразводка доводится до щитка. По квартире, розеточки, выключатели, это все, видимо, не делается с этой скидкой. Поэтому это еще допик, который ты должен учитывать. Тебе, как дизайнеру, виднее, сколько это может стоить. Вот. Но так или иначе, в цене метра вы должны еще учитывать, что вам еще допиливать состояние застройщика. Ну, то есть получается, что дворы примерно одинаковые. Инфраструктура для жителей дома лучше у Синары, потому что там первый больше. Первый этаж, безусловно, лучше. Зато у Тена там газовая котельная, что кому нужно, да. Да. У Тена лучше то, что виды на парк, близость парка. У Синары хуже, потому что там панельки все вокруг. Ну да, там панельки. Высота потолков одинакова, квадратные метры на Бардина. Ну, количество квартир там на Бардина 9, у Синары 6-7. Ну, Синары все-таки отстраиваются в более семейный формат. То есть, например, те же трешки, которые большие, у них там под 100 квадратов каждая, они выделены, в принципе, ты из лифта выходишь и вот выходишь в секцию, где 2-3-комнатные квартиры. Да, одна из них через стенку со студией, но это где-то там. Повезет, надеюсь, что не будет какой-нибудь шумный парень за стеной. Ну и мы с тобой разговаривали по размеру квартир, то есть получается, что дом на Бардина, там совсем маленькие квартирки. Там не только размеры, там еще и эргономика. То есть у Синары это там кухни-гостиные и как бы там более-менее спальни семейные. Мастер-спальня. Да, там с угловыми окнами, вся вот эта вот история. У Тена типа, ну, двушка 48 квадратов. Ну, вот это еще и как бы там, с лоджией, с теплой и так далее. У меня квартира была сталинка, 55 квадратов, ну, двушка. Двушка. Трешка здесь есть, по-моему, 67. Ну, то есть это вот немножко другой. Может быть, поэтому, кстати, и цена метра, я же про цену метра сейчас говорил, что у Тена она выше там, на 10%. В абсолюте, наверное, там трешка здесь и трешка там выйдет в одни деньги, и просто вы получите меньше метра. Ну, у Тена, кстати, плюс еще теплые лоджии. Ну вот, в завершении, друзья, я вам хотел показать буклет. Вот есть такие замечательные книжечки у Синары. Это вы сможете посмотреть в их офисе. Дом А57. Здесь вот все красиво очень расписано, все показано. Я напоминаю, что у них всего 65 парковочных мест. Успевайте покупать. Как говорит Паша, что продают только тем, кто покупает трешки. Так что, ребята, может быть, стоит на трешки рассчитывать. Значит, у них красивые мопы, ну, по крайней мере, на картинках, как будет вживую. Поживем, увидим. У них здесь коворкинг-центр, у них большая колясочная, входная группа побольше, например, чем на Бардина. Количество квартир, эргономика квартиры. Ну, здесь каждый решает сам, да, то есть кому нужна там классическая кухня, можно найти в доме на Бардина эти решения. Кому нужны теплые лоджии, они, опять же, есть только в доме на Бардина. Поэтому, ну, каждый подбирает под свой функционал. И, как я уже сказал, мне кажется, что жители Юго-Запада сами знают, с какой стороны Атамунца они хотят жить. А Паша сказал, что у них хорошие продуманные планировки, лучше, чем на Бардина. Ну, в общем, как обычно, отдельный сюжет про планировки я запишу специально для вас, дорогие мои. Ну, собственно, друзья, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого дома, если вам
вам есть что сказать, а может быть у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Да, давай дополню. То есть я уже сказал, что Синара дается раньше, и Синара вот здесь сейчас, мы по состоянию, что там, 6 сегодня мая, вот, она дает там скидку 10% на эти форматы. Более того, еще если про инструменты говорить, есть субсидированная ипотека, она была очень классно субсидирована, когда господдержка была 12, Синара давала 8, сейчас уже господдержка 9, разница не такая, но там очень внимательно прошу считать, потому что либо скидка, либо ипотека. И в каждой ситуации выбирать нужно вот, математику играться. Все. Ну, на этой позитивной ноте ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы посмотреть второй ролик про дом на Бардино. Ну и остальные ролики замечательные, которые я записываю, стараюсь специально для вас. Пока, Паша. Пока, Иван.